В Черкесске впервые состоялся концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Он проходил в рамках всероссийской акции «Беречь Россию. Долг и честь». Московским артистам в погонах удалось найти путь к сердцу зрителей и удивить публику жанровым разнообразием. Концерт впечатлил и Али Баташева. О пограничной службе и защитниках рубежей нашей страны в песнях, танцах, выставках, книг, обмундировании и современного оружия российского производства. Но главным оружием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России является талант и жанровое разнообразие, когда зрителю трудно оторвать взгляд от народных танцев, показывающих широту и удаль русской души, поставленных главным балетмейстером ансамбля, народным артистом Российской Федерации Геннадием Минхом. Когда зал замирает, слушая неповторимое многоголосие хора. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Эксклюзивно для нашей республики была подготовлена песня «Порушка Параня». Соло на бубне исполнил Александр Берендий. Главный хормейстер певческого коллектива Максим Попов считает главной задачей зарядить зрителей позитивными творческими эмоциями. Успешно выступить артистам в погонах помогает талант, дисциплина и другие составляющие. Хорошая боевая эмоциональная подготовка, чтобы мы могли выдерживать такие длительные переезды. И наши гастроли начались 17 числа, сегодня уже чуть больше. Поэтому стараемся и шуткой, и творческой какой-то эмоцией друг друга поддерживать. Свои музыкальные номера на протяжении всего концерта зрителям дарили солистки Елена Горская, Александра Трошкова и другие исполнители. Кому-то концерт позволил хорошо отдохнуть, а кто-то утвердился в правильности выбранного пути. Моя специальность – это актер, и если повезет, стану фронтовым актером, то есть буду ездить к нашим бойцам со спектаклями, с концертами. А как тебе выступление? Как актер могу сказать, что достаточно подготовлено. Очень понравился. Видно, что большие профессионалы, ребята молодцы. И хор, и коллектив. Все очень на высоком уровне видно, что... Видно, что московский. Всем жителям Кавказа Центральный пограничный ансамбль ФСБ России передал свой пламенный музыкальный салам. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия.